Либо задавить их. Парни развернулись, побежали. Я понял. Идут, знаете. Тихо, собрались вместе, спокойно. Вместе соберитесь, лево пушит. Отходите, соединитесь с нами, алло, кто там уходит? Право, отходите. Отойдите, пожалуйста, не делитесь с ним. Отойдите. Отходим. Заберите офицера там быстрее. Мы отходим. Я верю, ему даю. Убейте десанта. Пожалуйста, ничего не говорите, кроме меня. Хорошо. Все, супер. 3 хп, пацаны, давайте, кто успеет? Никто не успел. Не усирай, чё-то ничего тут. Вроде чё. Вплотную не сближайся. Всё. На левый фронт. Обратно в колонну. На левый фронт. Обратно в колонну. За замыкающим. Первые трое. Ставь первые трое. Ой. Кругом. Ола. Колонна. На левый фронт. Ставь колонну. По левое плечо свободный огонь. По спинам. Трое. Хорошо. Отставить. Просто цельтесь. Заводь колонну. Конец. Заводите цепи. Кто разряжен, спереди уходите. Колонне стоп. Первые трое. Кругом. Бля, не убил. Если поставить, стреляй. Ставь. Стоп. Свободный огонь. Штыки. Назад отходим спокойно. Направо смещайте, слева дефет. Аккуратно. Раунд доигрывайте, плюс один даем еще. Дима. Аккуратно. Не надо драться одному, просто убеги, Фрук, что ты делаешь, господи, блин. Да я убежал, мне в спину зашел. Налево. Теперь право. А, потом вышел, что ли? Нет, все равно. Спите. В чем прикол? Они просто терпят. Они ждут, пока вы разойдетесь. Они добивают по одному, они не пушат, они именно стоят и ждут. Нужно кучей забирать, иначе ничего не получится. На дуэлях их навряд ли кто-то из вас выиграет просто.
Ну, или вы их выиграете, но это будет очень долго. Левый фронт. Ставить колонну. Крон. Первые трое ставь. Нормально стрелять, не торопись. Хорошо. Продолжай движение, хорошо. Продолжай движение. Левая цепь. Кругом. Колонну. Кругом. Левее. Кругом. 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 По левое. Первые три цельтесь. Свободно. Три. Продолжаем движение. Пойдет, ладно, Мурадич. Слушай внимательно. Кругом. Левей. По его ставь. Кругом. 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 По мое левое. Кругом. Левый цепь. Обратно в колонну. Ставь. Я умер. Ставьте, стреляйте. Отставить кругом. По левое плечо свободны. Первые. Кругом. Изрежно берите. Ставь. Ставь, ставь, ставь. Свободны, свободны. Штыки. Налево, налево, налево. Право там мертвое вообще полностью. Я убегу даже у меня на чонцев там одному. Аккуратнее с десантом. Так, Лорд, я нижний. 1-2. Сзади держи, сзади. Все нормально. Ну, стараться их перестреливать, что так мы не вывозим. Кудрян, не бей блок, бей именно с кулаками я тебя идет, да. Присядь и бей кулак. Запрещено на плюс один играть. В смысле, да, почему он? Если меньше 10 человек, то как бы меньше не было противника, все равно 10 остается. Это другое. Лидеры знают, а вам уже желательно это не знать. Кругу. Близко. Так. Кругом. Кругом, кругом. По правое плечо. Первые три. Кругом. За замыкающим. Ставь. С первой трое с конца. Кругом. В колонне. Ну, так. В колонне стоп. Свободный бой. О. Привет. Штыки. Сука. Нас даже меньше теперь. Не надо кровью так делать, они сильнее начнут. Вот и все, блядь. Блядь.
Грязные десанты. Нет, просто у них состав сильнее все. По правой ключице. По левой. Хуило. В колонии стоп свободный. Свободный. Не поворачивайтесь к ним до того, как вы стреляете. Ну, теперь все можно. Перезарядились, стреляем, все, поворачиваем. Вот он. Хуила стреляет. После перезарядки смотрим на меня. Понял. Цельс. Колонны, подравняйтесь. Цельс. Свободно. В колонны. Без перезарядки. Понял. Ну, вот, колонны. Левая цепь. Левый фронт. Обратно в колонну. Колонии стоп, перезарядка. Так мы первый раунд, что ты как-то видно. Расстреляли. Хорошо. Левая цепь. Без перезарядки. На правый фронт. Пизда вам. Обратно в колонну, по левой еще цепь. Колонна. Колонна. Так, первые три. Нормально, цельно. Свободный. Добрый вечер. Стреляем, стреляем, стреляем. Штыки. Нам не надо пушить. Зачем их вылазить? Блять. Слышь, ну да что это будет так вообще? Все, свап. Нормально. Хоть где-то мы стреляем шедеврально. Какой пук? Первый. Если быдло на офе пинается. Вы, я так не умею, вы умеете. Ох, снова ссылку кинуть. В колонну. Не, она у меня не сработала. По левое плечо. Свободно. А зачем? Просто. Все равно не лайф. Понял, все. Не стрелять.
Поздравляйте с моим именем. Бежим просто к ним. Приветствуемся, а там дальше уже начнется. Иди к ним, Холстав. Это же не лайф, алло. Да, просто так иди. Из КГБ. Налево. Вперед. Гатшицы-Кайза! Кстати, у нас 21 ровно, ничего себе актив. Auf geht's, Kameraden! Именно в этот день я тебе. Ох, изучаешь C++, пишешь, короче, камеру, а им, короче, вычисляешь алгоритм дома. И что еще надо? Ну, так просто перед ним. По правой, свободный. На это не говорили, не стреляли. Ну, обманули нас. Ясно, ведь не свою убивать. Там десант спрашивал, он бы начал. Все, начинаем. Прости, задушил какой-то карму. О, медик уже сразу 2-0. Скиловик. Все, потеем, ребят. Если хотя бы два раунда проиграем, все, это уже проигрыш. Так, мы и так знаем, что они в штыках бананы сильнее. Мы один из них штыков выиграли. Может, они командно хорошо играют, да. Ну, что поделать, нам надо как-то стараться. Как сказал состав, мы их перестреляли, они в штыках. Они же сразу лучше стреляют. Ой, лучше делать. Колонию 100 ты закрыли. То есть в конец очереди, если не можешь зайти. На правый фронт. Фронт на в колонну. Первый. Давай. Продолжаем. Иди в конец строя. Цельсис первый. Цельсис просто сейчас они кругом дадут. А кругом, что и надо было. По левому плечу цель, по его левое. Аккуратно в колонну. Ставь первые три. Кругом. По моё левое плечо. Свободный огонь. Смотри, блядь. Кругом. Заряжен. Двоих просто ранил, а не убил. Ставь. Свободный огонь. Чёрт, я заряжен. Штыки. Право отходит, лево, лево, налево, 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 право отходите. Вообще убегайте без удара, вот. Развернулись и бежали. Да, да, да. Право ему. Ну, забей. Налево, налево стягивайтесь. Там десант.
Не надо драться, просто убегайте, если типа там топит, тут не дерется один. Толстар сзади. Толстар делает по-другому, только по трое разрешает стрелять. Они просто будут ждать, пока мы все залп дадим. Че же если мы ошибку совершили? Да не, у нас все нормально, просто дождались они, когда залп дадим, и все. Только по трое. Колонн, стоп. Не добегай до меня, просто останавливайся. Продолжаем. Бегут. По правой на ходу целимся. Обратно в колонну. Целься. Обратно в колонну. Пойдет. Назад сразу. Кругом. Кругом. Наша вершина. Левая цепь, отставить в колонну. По правое плечо, первые три. Только три первые. Свободный огонь. Вот, равная стрельба. Еще один, давай. Штыки. Право, пытайтесь что-то делать аккуратно. Мид, заходите. Мид, убегайте аккуратно. Убежали. Развернулись и убежали. Не надо с ударом идти. Право забирайте, как это называется. Надо, большинство, блядь, идут с ударом, их просто ловят, они пытаются дальше. Право забрал, право забрал. Сзади, стоишь, сзади. Я не живу, ты. Сзади. Развернитесь туда. Да мы против восьмерки типа втроем там. Все, ГГ. Можно доигрывать дальше на ГГ. Ну, вот ГГ. Ну ладно, хоть. Другого результата тут и не было ожидаемо. С какой стороны посмотреть здесь? Не знаю, мы еще опасны. С ними будем долго играть. Мы можем рано или поздно выиграем их. Типа, привык... здесь очень опасная ситуация, потому что там игроки да, много опытнее. Мы привыкнем, к ним и выиграем еще. Мы с ними очень часто играем. Я не хвалю их, я просто оцениваю это все уже давно. Я не первый раз веду полки. Ну, все, я думаю, что сегодня первый раз мы нормально стреляли. Слышишь, Холстаф, в каком году они выиграли, короче, этот ОБ-турнир? В 18-м или в 19-м? В кругом, возможно. В 18-м. А что, как это, что ли, НВЛ или что? Да, я помню, что-то участвовал там, победа была. Первые два стреляй. Если он там ставит, то свободный огонь, я не вижу просто. Стреляй. Что это было? Налево штыки. Ну, типа мы можем еще до 4 свести. Снять с пауками и будет закинуть туда выходил. Бля, сори. Так, пацаны, я вас на пару минут подкину. User left your channel.
you're disconnected from your channel. Что я веду диалог, как и бич. Никто на хотел спрашивать, получается. Колонн, но не стоп, свободный. Нежно. После перезарядки перестроиться за мной, кого мы продолжим с обладами. Я заряжу. Все, ребята. Пока что. Ну, вообще расходимся на сегодня, только сейчас секунду. Мы завтра вылезть? Завтра, ну, мы сказали, именно у нас нет. Это наша единственная атака за всю неделю. Это мы атаковали? Да, это мы атаковали, к счастью, иначе вы территорию потеряли. Ладно. Почему? Когда? Ну, если бы они нас атаковали, то они могли нас территорию отобрать. Итак, ну, насчет остальных, чтобы это мы уже... мы по фактам не проиграли? Нет, мы ничего не проиграли, просто мы не смогли завоевать территорию. Пока да, я предупреждаю, завтра у нас ОБ будет 9 часов по московскому. Так, подвиньте, пожалуйста. Мне актив очень нравится, прям большой у нас актив был. Тут секунду, тут все? То есть, или кто-то уже вышел? Если бы вы еще на тренировки ходили. 9, 10, вот это мы сейчас исправим. Цель. Просто на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Нет, у нас тренировки секунду. У нас нету актива на тренировке. Ребят, секунду, не перебивайте. Точнее, в ТС у нас 19-20. Точнее, 19, я бы сказал. Кто еще двое заходил? Кто вышел? Чиз вышел. Чиз. Чиз. Еще? Ладно, союзников не в счет. Нам союзники запрещено, кажется, брать. Чего? А союзник? Слышь, а просто тебя лайнет, я так подумал. Вроде Мейс Винду. Напомни теперь это, что это плюс.